Вы находитесь на тротуаре, сигналите с пешеходом. Девушка, покажи запрет. Мужчина, это тротуар. Это не тротуар. А тротуар, что это по-вашему? Тротуар по ГОСТу и по правилам подумай. А что это по-вашему? Это? Где люди где ходят здесь, сейчас? Где здесь стоянка запрещена? А где у нас на тротуаре ставятся какие-то знаки? У нас ставятся и знаки, и стоянки. На тротуаре знаки не ставятся. Что ставится? Прочитай нормальные ГОСТы. Прочитайте правила дорожного движения. Я буду вынужден вызвать полицию и также с вами разбираться. Что вы мне препятствуете моему передвижению. А где вы находитесь на текущий момент? Я нахожусь на территориях общего пользования. Вы находитесь на текущий момент на тротуаре? Не на тротуаре, на территории общего пользования. А что это по-вашему, проезжая часть? Где проезжая часть отмечается? Вот это сейчас по-вашему проезжая часть? И к Смольному, и давай поговори с Смольным, чтобы они определились. Сходите в автошколу и выучите еще раз правила дорожного движения. Не надо давить людей. Девушка, уйди. Она стоит на тротуаре. Она не на тротуаре, мешает. Здравствуйте. Мужчина, товарищ водитель, я к вам обращаюсь, как пешеход. Просто наклейку получите на лобовое стекло и будете стоять дальше. Только с наклейкой уже. Клеим. Да что ж такое-то? Блин, что ты, а? Мужчина, я никуда не тороплюсь, в отличие от вас. Я могу здесь очень долго стоять. Вторую, Петь. Вторую. Стороны водителя, Петь. Стороны водителя. Мужчина решил позвонить в полицию. Вы в курсе, что здесь тротуар вообще? Здесь разрешено двигаться на автомобиле. А вы в курсе, что здесь разрешено припарковаться? Кем? Людям. Кем? На машине. ПДД? Вы где-то знак парковки 64 видите здесь? Это тротуар. У вас на лбу. Глава 1 ПДД. Скажите, пожалуйста, вашему водителю, если он не в курсе, о том, что это такое. А? Глава 1 ПДД. Определение тротуара. Нет, почитайте. Я давно мечтала, пункт правил 9.9 ПДД. Спасибо большое. Мы вообще, вы, ребята... Извините, а почему мужчина ваш не может вместо вас поговорить? Потому что он с вами разговаривать не сможет. Он таким сразу, знаете, что делает? Что? Учит нормальную работу найти. А, понятно. Педагог, да? Зарабатывает, понятно. Педагог по жизни, я понял. По-человечески зарабатывает, а не ерундой заниматься. Угу. То есть кататься по тротуару, это как бы не ерунда, да? Это нормально, в порядке вещей. Ну, это хватает, конечно. Согласна. Столько людей катаются на тротуаре вот таких. Где же машина на тротуаре у вас стоит? Что страшного не попало? Надо руки распускать. Пошла отсюда! Убери твой автомобиль с тротуара. И не надо хамить. Туда идите сами. Это ваш любимый маршрут. Здравствуйте. На тротуар заехали. Я развернуться. Разворачивайтесь там, пожалуйста. Можете туда проехать, там развернуться. Если видите, вот эти товарищи, которые меня сейчас слепят и снимают, хотя не имеют права меня снимать. Почему? Потому что. Они находятся на тротуаре. Они видят административное правонарушение, имеют полное право зафиксировать административное правонарушение. Давайте включим... Плюс они находятся в общественном месте. Запрещено снимать. А меня снимать можно персонально? Так вы находитесь на улице, в общественном месте. Меня снимать можно? Меня? Они меня снимают. Замечательно. Вы даете добро, я не даю добро. Я запрещаю себе снимать. Можете отойти отсюда. Дальше. Снимать. Если вы не заметили, здесь темно, здесь ходят люди. Так. Я могу попытаться задолбать вот эту вот машину. Или еще что-нибудь сделать, да? Снести кого-нибудь, потому что мне просто не видно. На тротуар зачем заезжать? Потому что она здоровенная. Это чертов универсал. Попробуйте вот там вот. Там вот есть место. Ну так это же не проблема пешехода, что у вас большая машина. Я вижу эту вашу дурацкую наклейку. Давайте испортите движимое имущество. Давайте займемся всей этой ерундой. Давайте вы просто уберите автомобиль с тротуара и все. Давайте, только сначала удалите видео с конкретно со мной. Никто чего удалять не будет. Нет, почему не будет? Потому что... Я против того, чтобы где-то было... В публичном пространстве. Надо было заезжать на тротуар. А это дает вам право меня снимать? Абсолютно. Да, раз вы... Прочитайте Конституцию. Да, давайте, прочитайте. Зачем? Ну вы же не правы, зачем спорить? Это тротуар. Я понимаю. Зачем вы спорите? Отъедьте и все. Я понимаю. А зачем спорить, если вы не правы? Я объясню, что здесь ходят люди, не надо объяснять ничего. Хорошо. Здесь ходят люди, это тротуар. Мы же не ходим по дороге, правильно? Да ладно. Не, ну конкретно вы? Мы не ходим по дороге. Конкретно вы, может Ну быть, вы не уподобляетесь этим людям. Хорошо, замечательно. Вот, выйдите туда и встаньте там. Понимаете? Встаньте, вон парковочка есть сбоку.
ведите себя как цивилизованный человек. Чего вы начинаете доказывать, что вы правы? Я не собираюсь правы. Ничего доказывать. Ну, ответьте и все. У вас пассажир уже пришел. Да, спасибо большое. Развернулся он хотел. Здесь тротуар. А вы что? Мы пешеходы. Не верите? Вон гаишник, спросите. Да. Машину убирайте. Несанкционированная съемка, несанкционированное использование. Несанкционированный митинг, еще скажите. Приведет к уголовной ответственности. Хорошо, мы вас слушаем. За камеру береги, потеряешь. Не дай бог, моя машина там окажется. И вы, и ваш автомобиль... Будете? Да, будете нести уголовную ответственность. Я вам лично это обещаю. Хорошо. Вы так хорошо. Думаете, сейчас мы вас тоже смотрим. Обязательно, пожалуйста. Давайте селфи сделаем. До свидания. Всего доброго, удачи на дорогах. Жене привет. Детям. О, вот, смотри, вот повезла. Вот она. Здравствуйте, здесь тротуар. Здесь проезжая тоже часть. Проезжая часть вот там. Здесь тротуар, пешочком. Вы на текущий момент находитесь на тротуаре, совершаете правонарушение. Так как кто вам вообще разрешает снимать? Вам разрешает снимать, нет? Да. Кто, да. Я кто, сам да. себе разрешил. Ну а кто ты такой? Человек. Так а что ты меня снимаешь вообще? Знаешь, по закону ты не должен меня снимать. Вот, хорошо, по закону сказал, вы не должны заезжать на тротуар. Да я по закону. Ты какого хуя снимаешь вообще? Материться не надо, сейчас наклеечку за хамство получите. А мне что ты закрутишь, понимаешь? Ты что делаешь? Я отъезжаю, правильно? Нет. Что ты делаешь? Я вам сказал наклик за ваш хамство. Вы читаете или что, блядь, понять? Я тебе в голову сейчас скажу, нормально это будет, правильно, а? Или что, ему понять? Я говорю, ты мне сказал, я отъезжаю, правильно? Нет, вы начали переговариваться. Я говорю, что ты снимаешь? Какой ты вообще снимаешь? Начали мы. А микрофон сейчас в очко вобьют, это пи***. Мы обязательно сообщим вашему работодателю о том, какой вы водитель. А мне по***ь кому-то сообщишь, пи***ь. Понятно, что вам все равно. Черт, пи***ь. Вы так к родственникам с вами будете обращаться. Мусорить не надо. Здесь тротуар. Что вы делаете? Вот выезд. Выезд. Здесь нет выезда, вот там вот выезд. Кратчайшим путем. Сломай, я сейчас встретил. Давай, выходи, ломай. Я тебя сломаю. Вылезь, что? Садись и уезжай. Стоп, ногой, барбар, руки смотри. Садись и уезжай. Сейчас черт сломаю тебя. По бороде получишь. Ты что, вышел, давай езжай. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, а почему на тротуаре припарковано? Потому что я жду бабушку, которая сейчас выйдет. Вот когда они выйдут, вы тогда, собственно, можете их выйти и встретить. Но никак не машинка с тротуара. Будьте добры, уберите. Я уеду через 2 минуты. Нет, вы едете сейчас, мужчина. Если вы машину не уберете, получите наклейку на лобовое стекло. Я сейчас уеду, я же сказал. Вот сейчас, будьте добры, прямо сейчас. Не через 2 минуты, не через 5, не через 10, прямо сейчас. Во двор заедьте. Я сейчас поговорю, что я отъезжаю и скажу, хорошо, куда я отъеду. Вы можете делать это параллельно, убирая а автомобиль вы можете с тротуара. Не мешать мне разговаривать по телефону. А вы можете на тротуаре не ездить на автомобиле? Я могу, я сейчас отъеду. Я вот, пожалуйста, вот у вас есть во двор, заезжайте. Пожалуйста, дайте договорить и не мешайте. Вам это не мешает управлять автомобилем, вы в гарнитуре находитесь. Спасибо. Да, будьте добры, машинку уберите. Мужчина, я с вами не по-русски разговариваю или что? А я с вами не по-русски разговариваю. Я сейчас договорю и отъеду. Вам не мешает это убрать автомобиль с тротуара? Мне мешает это убрать автомобиль с тротуара. Хорошо, если вы сейчас автомобиль не убираете, вы получаете давайте стекло. Давайте вы мне не будете стекло. Ставить условия. Давайте вы мне условия ставить не я будете. Не вы находитесь условия. На тротуаре, нарушаете правило 9.9 и рассказываете мне, что вам тут я, якобы я мешает вам... делать звонок. Вы да, ничего не перепутали? Вы не мешаете делать звонок. Наклеечку покажите молодому человеку, чтобы он понял, что можете его ожидает. Можете обратиться в любые органы. Как хотите. Я меня сейчас договорю интересует, и отъеду. Сейчас договорю вы и отъеду. Вы либо сейчас выбираете автомобиль. Я еще раз говорю, не нужно мне ставить условия. Я договорю и отъеду. Давай, я быстрее договорю и быстрее отъеду. Мужчина, вы сейчас меня отвлекаете. Вы либо сейчас выбираете автомобиль, потом делаете звонок, любой какой захотите, либо получаете стикер.
вот сейчас вы тратите мое время, чтобы я договорил и отъехал. Дайте мне 2 минуты. Я считаю, до 5, и стикер у вас на лобовом стекле. Либо вы выбираете автомобиль, либо продолжайте качать права. Вот вы справа от вас. Давайте не будете так говорить, пожалуйста. Вы считаете до 5. Считайте до 5 кому-нибудь другому, но не 5, мне. 4, 3, 2, 1, стикер. Вы со слов, если не понимаете, значит, будете понимать письменно. Ну, а теперь я договорю, и вы, думаю, можете уйти. Теперь убирайте автомобиль с тротуара, если будете продолжать стоять, получите вторую. Мужчина упорствует бесполезно. Сделайте так, чтобы парковки стало больше, а потом в глаза слить. Вдвое парковка, через дорогу парковка раз, через дорогу парковка два. Парковка там спать. Только что я парковался полчаса назад. Полчаса назад там встал. Вы что делаете? Вы что делаете? Нормально у вас все? У вас все нормально вообще с вами? Видимо, нет. Стоим, ждем ГИБДД. Звоните в ГИБДД. На месте, стой, ГИБДД, ждем. Нет? Что делает-то, твоему месту? Идиоты, все, ГИБДД, иначе все. Покидаете с места ДТП, поняли? Да все, какое счастье, куда жду я? Уберите руки. Стойте, стойте здесь. Здравствуйте, совершен наезд на пешехода по адресу проспект Науки, дом 14. Ожидаем наряд ГИБДД. Молодой человек, Вы никак с ними не связаны, мы просто проходили. Когда мы проходили? Я тебя не х**, я у тебя сюда вообще заворачивал, а? Понял ты меня? Оставил. Все, ребят, не надо, сейчас ГИБДД приедешь, сейчас его оформим, не переживайте. Итак, дорогие друзья, по факту сегодняшнего рейда данный водитель нарушил правила дорожного движения, езда по тротуару, также задел пару наших активистов. Так как повреждений у наших активистов нет, мы не имеем к нему претензий, но доблестные сотрудники ГИБДД оформили данного гражданина за езду по тротуару. Штраф свой он получил.